В рамках второго этапа штабной тренировки по гражданской обороне на территории топливного склада РЖД станции Тверь проведена отработка практических мероприятий. Согласно тактическому замыслу, на 46-м пути Октябрьской железной дороги произошло опрокидывание и загорание двух вагонов с последующей утечкой горючей жидкости. На месте работали силы и средства службы пожаротушения, региональной аварийно-спасательной службы, отделение газоспасателей, полиция, представители Министерства здравоохранения Верхневолжья, Роспотребнадзора. Также к ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации привлекался восстановительные и пожарные поезда РЖД. В рамках проведения штабной тренировки по гражданской обороне были отработаны практические мероприятия по проведению аварийно-спасательных работ на объекты железнодорожного транспорта. Цели тренировки достигнуты. Всего в мероприятиях приняло участие более 70 человек личного состава и более 20 единиц техники. Цели тренировки достигнуты. Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону 01 с сотовых телефонов 110 или 112.